Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о причинах появления зубного камня у собак. Чаще всего зубной камень развивается в участках, которые не могут очиститься самостоятельно, например, между зубами. Наросты могут затрагивать одновременно несколько зубов, располагаться как около десны, так и под ней, иметь различную толщину и оттенки желтого или коричневого цвета. Одной из причин могут быть ошибки в выборе корма. Мягкие корма, в том числе сухие, не способствуют длительному трению зубных поверхностей друг от друга, что приводит к отложению налета, а избыток углеводов в рационе питомца, особенно если хозяева частенько балуют своего любимца вкусненьким, приводит рано или поздно к образованию камней на зубах. Это связано с усиленным размножением бактерий в ротовой полости. Некоторые породы особенно расположены к образованию зубного камня. Такие породы собак, как таксы, чихуахуа, пекинес и подобные, относятся к группе риска. Для состояния их зубов профилактика зубного камня важна в первую очередь. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Неправильное расположение зубов в ряду приводит к их недостаточному самоочищению. Например, изменения в строении челюсти, нарушение прикуса, узкие промежутки между зубами и прочее. Заболевание пищеварительного тракта также приводит к образованию камня. Некоторые болезни ЖКТ способствуют развитию изжоги, изменения pH желудка, а также полости рта собаки. Именно сдвиг pH приводит к формированию камней. Снятие зубных отложений у любимца можно произвести самостоятельно дома. К подобным процедурам животное следует приучать с щенячьего возраста. В этом случае собака будет адекватно относиться к чистке. Но для начала следует установить причину появления камня. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.